I'm ready to close my eyes and leave the world. Once in a lifetime, I think I'm
То есть клип, по сути, его можно смотреть просто, потому что мы просили, что чуваки отправились в параллельные миры, сражаются с воинами, с бородатыми моделями и спасают девушку, получают медальон. А можно абстрактно мыслить, что, по сути, песня про то, как человек пытается найти себя. То есть в данном случае эмблема символизирует нашу группу, она написана MV, и мы идем за ней. Мы сами, мы идем за ней. Девушка — это наша муза, она дает нам дорогу на бах. Песня «Ваншат» — выстрел. Тоже, что символизирует выстрел? Он символизирует выбор. То есть у каждого человека есть момент, когда ты решаешь повернуть налево или направо. И от этого может резко поменяться вся твоя жизнь. И ты должен принять выстрел, решение, выбор. Какой-то очень важный, от которого может поменяться вся твоя жизнь. И песня все то, что нельзя бояться делать быстро, нужно его брать и делать, потому что иначе через много лет можно жалеть об этом, что ты не сделал какой-то правильный выбор, что ты не рискнул и не выстрелил. Поэтому песня вот как раз такую идею несет. Очень-очень круто, мощно звучит, особенно окончание.